Тихо прийшли, не тихо, а пішли. Водили хороводи, співали національні пісні. На запитання відповідали, що вони просто туристи і просто гуляють, або прийшли оглянути пам'ятник Салавату Юлаєву, який був перекритий омонівцями. Зібралося 1500 людей орієнтовно на мітинг у столиці вже Башкортостану, Башкирії, в Уфі, на підтримку активіста Фаїля Алсинова, який, нагадаю, якому винесли вирок 4 роки колонії загального режиму, навіть гостріше, ніж просили прокурори, які занесені на території терористичної федерації в список терористів і екстремістів, бо, бачите, хотів і захистити екологічні місця, і сказав, що жителі Башкортостану також мають якісь права. Але виявилось, що ні. Тому що площу, де зібралися сьогодні на місце акції, одразу стягнули туди сили ОМОНу, силовиків цивільному, які майже одразу розпочали затримання. Поки ми вже говоримо, наразі акція ця закінчилася, але силовики затримали 7 людей за найменшими, найскромнішими підрахунками. Виїзд автобуса з ними спробували перекривати інші учасники акції, але їм цього не вдалося. ОМОН їх одразу відтіснив. Вальники скандували «Ганьба», а потім ОМОН витіснив майже всіх людей з площі. На допомогу силовикам під'їхали ще, звісно, очікувано для всіх, кілька автозаків. І уфимці почали розходитись міськими вулицями, але силовики кидалися їх переслідувати і затримувати. Ну, в принципі, бачимо, що глибинний народ, на який так спирався Путін, все-таки показує, що він хай і в локальні місцеві акції хоче сказати своє слово, що вони збираються, що це уже пішло далі, не в маленькому містечку, а в Уфі. І попри те, що Уфа в 1350 плюс кілометрах від Москви, бачимо, що одразу зганяються омонівці, силовики, значить, чогось бояться. Що маємо розуміти про цю акцію, її масштаби, її ефект, вплив, і чи є, бодай, якась в неї перспектива? Перспектива є. І, кстати, російські власті цю перспективу прекрасно розуміють. Там є реальна перспектива доволі серйозного расширения, но при грамотном управлении. Кстати, что там происходит, как и так далее. У меня целая программа вышла вчера на YouTube-канале. Там много очень интересных вещей, в том числе исторических параллелей, почему башкиры так себя ведут. Поэтому, если не хотите ее пропустить, сделайте одно простое движение прямо сейчас. Если вы нас на YouTube смотрите, то вот здесь под этим видео нажмите в описании там «больше» или «більше», оно раскроется, вы увидите надпись синими буквами «Тизенгаузен», нажимаете на эту надпись и во всплывающем окошке жмете «подписаться». Вы даже с этого эфира не уйдете. Поэтому сделайте это обязательно или просто в YouTube найдите мой канал и подпишитесь. А здесь я коротко расскажу, что за перспектива. Действительно, переместился протест в Уфу. А я считаю, то есть вот этого парня Алсинова, да, его хотят посадить не за то, что он экологический активист, совершенно не за это. Там предыстория какая? Он защищал сначала от золотодобытчиков там заповедную территорию, потом он защищал, есть такие горы, они имеют экологическую такую там ценность, курганы, это рифы, когда-то там море было, вот риф, он на поверхности земли и землей присыпан. И вот содовые компании, они хотели эти горы срезать, их всего 4 было достопримечательности такие в Башкортостане, и хотели срезать, и тупо вообще вот, ну, на экологию наплевать. И он защитил, вышел губернатор, разогнал его ОМОНом, избили там всех сильно. Но потом пришло каким-то чудным образом несколько тысяч человек, защитили эту гору. А губернатор там, для понимания, ставленник из Кремля. Он у Суркова работал долгое время. То есть это такая сурковский выкормыш такая. И он решил этого активиста посадить, но не за то, что он гору какой-то от содовой компании защищал, а за то, что это же вот Башкорт, организация, которую этот активист возглавляет, она националистическая, то есть они поддерживают изучение и пропагандируют изучение башкирского языка, башкирской культуры. А вот когда это все происходит, то дальше возникает момент самоидентификации башкиров как народа, потому что
если вспомнить там историю, да, то восстание Пугачева как раз оттуда пошло, Емельяна Пугачева. То есть они там легки на подъем. И Салават Юлаев, вот, памятник которому, вокруг которого собирались, это как раз сподвижник этого Пугачева. И тогда, очень интересно, тогда россияне в своем репертуаре, вот эти царские, значит, войска поступали, они для того, чтобы этого Салавата Юлаева как-то выманить, они просто взяли в заложники его жен и детей. Так все, ничего не меняется, годы идут. Так вот, этот парень, он со своей организацией возвращает и заставляет башкиров осознать самоидентификацию, что они народ, у них своя культура. А Путин же какое-то время назад он запретил, то есть точнее отменил обязательное изучение языков нацменьшинств. Вот чего боится, что малые народы, средние народы начнут просыпаться и говорить: слушайте, да у нас своя культура, свое, это своя территория, вот что важно дальше в сознании происходит. У нас же своя территория, а почему мы должны, грубо говоря, собирать все доход с недр, с нашей территории и отправлять туда, в Москву? А почему? А почему они убивают нашу культуру? Вот за что этого парня хотят посадить. И вот почему ему дали срок даже больше, чем просили прокуроры. Поэтому, если говорить про потенциал, то там нужно все-таки, чтобы грамотное управление было. Все, революции тоже возникают, но дальше они должны грамотно управляться. Туда бросили сейчас Росгвардию, бросили ОМОН, не из местных, потому что местные там быстро появляются, выходят. Если появится несколько тысяч, или если они жестко начнут разгонять, вот тогда уже что-то может быть. Но мне кажется, что разгонять и топить в крови будут прям очень серьезно. Они очень боятся, что вот народы там на Северном Кавказе или вот Урал-Зауралье, как Башкортостан, республика, и другие, а там же еще Китай рядом, учтите, тоже не просто все так. Поэтому ожидаем, и, конечно же, башкиры, заявление о том, они еще чего испугались, что еще одна активистка, я сейчас фамилию не помню, она призвала башкиров, которых на убой отправили, вернуться обратно. Мол, у вас, вам тут воевать нужно. И вот это им уже страшно становится. Ну так, тому що це не інтелігенція вийшла беззахисна, а ото дійсно і глибини народу. Якщо ще вернуться, в яких розмова коротка, як кажуть російські опозиційні політики, вони не будуть сильно чекати, вибачатися, будемо діяти. Ну, ми бачили, як 17-го числа на другій акції в Баймаку ще, бо це вже третя акція, попередні дві 15-го і 17-го проходили в Баймаку, де, власне, і відбувалося судове засідання, то там вони кидалися сніжками і снігом проти цих омонівців, звісно, що в них немає гінного газу і кийків, але чи могли захищалися? Ну, а якщо ще зі зброєю повернеться, то всі ми пригадуємо, як у червні зустрічали тих, хто ходив, але поки не дійшов до Кремля зі зброєю. Я зараз про бунт Пригожин, який не вдався, але не факт, що він не повториться в іншій конфігурації. Тож будемо стежити, так? Да, абсолютно вірно. Добре, далі рухаємося до Криму, тимчасово окупованого росіянами. У них і там не все гаразд. Просто 2024 рік ознаменовується для Путіна проблемами, куди не плюнь, не клюнь і не глянь. Просто таки. Напередодні весь Крим був чорний, половина принаймні з нього, в кількох містах – Ісак, і Джанко, і не лише – в районах. Ось така була картина. Картина без світла. Як повідомляє, зокрема, одна з версій того, що відбувалося, Олександр Мусієнко, військовий експерт, який до нас також включається з рубриками, то не треба було стільки ПВО, РЕП і всього іншого зосереджувати, бо вони що думали, що Крим взагалі це для туризму і для відпочинку, і для гарних краєвидів, а не для війни. Але росіяни, ми знаємо, за 10 років без малого окупації своєї перетворили його на воєнну базу. Ну от, ну, звісно, що можливо і робота хороших людей, яким не подобається жити в російській окупації, теж не минає даром. Сьогодні зранку Розважаєв, незаконний губернатор, повідомляє про те, що знову частина Криму без світла, тому що тепер підтоплення тому вину. Просто стихія проти Розважаєва. Прямо такий сіквел бачимо. Що нам відомо, Борисе, про блекаути в Криму, які ваші версії того, що могло відбуватися, і наскільки все це показує, що щоби чи хто не стояв за відключеннями світла, не може проросійська окупаційна влада справлятися з такими викликами? Да, там как раз в это время, сейчас, там, за вчерашний день рекордное количество осадков выпало, там затопило несколько
подтопило на населенных пунктов, они там бегают. То шторм был недавно, да, шторм века. Оно, знаете, когда я прочитал, шторм нанес там какой-то серьезный урон российским всяким там предприятиям, еще кому-то. Но так и есть, да. И есть еще один шторм, Shadow, который вам еще больше военным уже объектам нанесет там поражений. А вот сейчас у них, конечно, дилемма. Понимаете, хоть какие-то деньги, которые когда-то зарабатывались, ну, при Украине хорошие деньги зарабатывались в курортный сезон, при России меньше, и сейчас еще меньше. То есть как вы думаете, какой будет курортный сезон в этом году? Конечно, он будет нулевой, провальный, и, конечно, никто туда не поедет, за редким исключением. То есть денег в бюджете все меньше. Понятно, нужно просить дотации. Аксенов же постоянно там дайте денежку. А где их взять, если на войну все идет? И вот получаем ситуацию следующую. Если раньше они пытались из Крыма там сделать какую-то витрину, дороги строили обязательно, покажите, что при России больше дорог строится, то сейчас там третий или четвертый раз уже подпорные стены падают в Севастополе, дороги смываются на Южной, на ЮБК там. И свет, обратите внимание, мы уже это слово не используем, blackout, а у них в местных телеграм-каналах blackout части Севастополя, Балаклави, Казачья бухта, blackout, blackout, blackout. То есть, понимаете, еще раз подчеркну для тех, кто нас оттуда смотрит. Вы хотели сделать Украине blackout в прошлом году, получили себе сейчас в этом. Почему? Потому что денег ремонтировать, чинить, вот таких проблем будет все больше и больше. Постоянно они будут. Там, ну, сейчас на Балаклавской теплоэлектростанции, вроде там автомат аварийно сработал, поэтому что-то там отключилось. Но это показывает еще и то, что Украине даже не нужно попадать никуда в энергетическую инфраструктуру, она сама там выходит из строя. Вот вам и все. То есть вот вам и Крым, и камни с неба, и вода с моря. И, в общем-то, и автомат аварийный отключается. Как говорится, ешьте, не обляпайтесь. И динамика жизни в Крыму оккупированном, она идет вот для россиян не в лучшую сторону. То есть постоянно добавляются проблемы. То они сирен не слышали, сейчас слышат. Бегают по бомбоубежищам. Стихия их настигает. Ну, в общем, как такое ощущение, что даже заправский атеист поверит в Бога. Тем более у Украины есть прекрасная служба Божья, которая все эти подарки умеет доставлять на военные объекты и коллаборантам. Ждите, ожидайте. Не только на Новый год, как говорится.